5 grand just to see you dance. Всем привет, ребятки, меня зовут Люцис, и мы идем на рейд базы Player 6245. Такой базы я не припомню у себя, но, может быть, уже рейдил, просто забыл. Посмотрим, что она из себя представляет. А, она уже... Чё? А почему? А, я понял, даже не сломано, тут просто открыто. Нет, такой я вроде не рейдил, точно не рейдил, такого у меня вроде бы как не было. Ладно, начинаем открывать. Давайте откроем вот эти 2-3 ящика. Ну, еще вот этот. И сразу посмотрим, что за лут тут есть. Надеюсь, зомби не прибегут. Да, еще рано. Так, это мое. То, что у меня сперли, имеется в виду. Кожу можно забрать, в принципе. Еще кожа. Хорошо. Ну, вот это я не знаю. Смысла нет забирать. Такое у меня много всего. Железо заберу. Тоже заберем. Так. Можно еще металлолом забрать. Вот это можно забрать. Я их в последнее время потратил. Чутка. Ладно, идем дальше. Уи, зомбари. Отлично. Так, с первой волной разобрался. Смотрим. Тут у нас мои две микросхемы, которые у меня украли. Дерево раскидано непонятно как. Но это я заберу, пожалуй. Так, нет, не это. Это сходим. Вот что это такое? Вот не знаю. Вот кто играет на эмуляторе, на Ноксе или Блюстак, я не знаю. Есть такая фигня. У меня после обновления последнего 1.12.2 или как он там называется, стало жутко лагать вот эта система ходьбы. Я не знаю, как это назвать. Ну, то есть он иногда бегает нормально, вот как сейчас вроде бы, а иногда он начинает идти тупо. Вот как было на парочке рейдов, которые я загрузил вчера или позавчера. В общем, что за хрень, как это работает, не понимаю. Я уже и сам этот Nox обновил до самой последней версии. Думал, что в нем глючит, но не было такого. Думаю, мало ли. Но нет, проблема не ушла. Не знаю, с чем это связано, но это очень напрягает. Особенно, когда ты хочешь убежать от кого-то. От громила того же. Босс начинает тормозить и останавливаться. И это не есть хорошо. Почему этого парня все как-то не по-человечески лежит? Кстати, я так думаю, что, наверное, здесь я умру. Пожалуй. Потому что этот лут хотелось бы весь забрать. Бензинчик еще неплохо. Все-все. Еще зомбари не идут. Ладно. А, сейчас после этого... А, ну вот они, в принципе, идут. Отлично. Я немножко тупанул. Я что-то забылся, что я хотел умереть. И, в общем-то, убил всех, кто тут был. И это не есть хорошо, потому что я бы хотел забрать тот лут, который тут есть. Особенно камни, вот эти каменные блоки. Это печально, конечно. Ладно, тогда пока что... Положим бензин, посмотрим, может, что ничего интересного больше не найду. Как-то смогу забрать то, что хотел. Но кажется, что нет. Так, вот здесь я не открывал. Да, тут доски есть. И уже у меня место нету. Печальненько. Этот талон, ну, один, ладно, хрен с ним, можно оставить. Давайте откроем последний ящик, посмотрим, что в нем. А, ну, два фильтра моих, кстати говоря, фильтры, кожу. Так, сделаем. И чё, чё? Надо что-то забрать, что-то убрать отсюда, чтобы взять вот эти вот камушки. Так, а если... Ну, вот можно вот так сделать, ладно, хрен с ним. Сделаем вот так, будет правильнее, как по мне. Опять же, это я лутаю для себя, а каждый потом будет забирать то, что захочется. Плюс я хотел сломать вот эти две штуки. Тут мне может быть вот доски и вот эту. Так, стоп. Давай сделаем вот так. И вот так.
О, ништяк. Можно, в принципе, сваливать отсюда. Так. Но это не серьезно. Ну, как? А, блин, у меня же большие птички. Че их? Тихо. Ладно, броню не жалко. В общем, лут вы видели, ребятки. Ничего особенного. Как обычно, в большинстве рейдов это просто ресурсы. Но, тем не менее, они тоже полезные. Сишек я не потратил, топоры железные, они крафтятся на изи. В общем-то, такой нормальный средний рейд уже. Нельзя назвать, что это прям говно-говно, но тем не менее. На этом все. Если вам был как-то полезен этот рейд, вам понравился, обязательно ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Пока-пока, до скорых встреч.